Святейший Владыка, благослови. Панайотата Евлогисон. Η Αγία Τριάς, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ενιαίο βασίλειο και κυριαρχία, ευλογεί την κρατεά βασιλεία σας. Πρισβητάια Τρόιτσα, Ατец, Σύνε, Святой Дух, Едино Царство и Господство, благословит Единое Ваше Царствие. Ήθε να σε υψώσει πάνω από όλους τους βασιλείς. Να σε αξιώσει να δεχτείς εσύ ως το θρόνο του προγόνου σας, του μεγάλου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Ήθε να γίνεις νέος Μωυσής και να μας ελευθερώσεις από την αιχμαλωσία. Да умножит тебя превыше всех царей, сподобит благополучно восприять превысочайший престол великого царя Константина, предка вашего. Будь новым Моисеем, освободи нас от пленения. Как освободил он сынов Израилевых от фараонских рук жезлом, так ты знамением честного животворящего креста. Знаю, ваше святейшество, о добрых словах, коими говорили вы обо мне великому государю нашему. Ξέρω, αγιωτάτε, για τα καλά λόγια που έχετε πει για μένα στον τσάρο μας. Βλέπω σε σένα το ανατέλλον άστρο της Ρωσικής Εκκλησίας. Πώς λοιπόν εγώ, ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμ... Вижу в тебе восходящую звезду Русской Церкви. Не мне ли, Патриарху Иерусалимскому, не благословить тебя, замыслившего воздвигнуть на Руси Третий Рим? Ήθε το όραμα του Ναού της Αναστάσεως του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Να σε κρατά, να μην λησμονείς και να μην παραιτηθείς από τη μεγάλη αυτή ιδέα. Пусть созерцание храма Воскресения Христова в Иерусалиме не позволит тебе не забыть, не отступить от великого замысла. С благоговением принимаю сей дар. Да укрепятся узы православия под державной рукой великого государя Алексея Михайловича. Знаю, что служите литургию единогласно и с многоголосным пением, греческим и киевским. Служим по заветам наших святителей и стоглавого собора, предписавшего единогласие. Литургούμεθα σύμφωνα με τη διαθήκη των μεγάλων ιεραρχών μας που υπαγορεύει μονοφωνία. Εν συμφωνία με την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, η οποία είναι πηγή και αρχή για όλες... В согласии с Константинопольской церковью, источником и началом всем православным церквам, нам, учителям веры, горько видеть искажение русскими церковных книг и обрядов. Ваши двуперстия и согубы «Аллилуйя» и символ веры по количеству слов с греческими не сходны. Мною передана святейшему патриарху Иосифу древняя рукопись греческой кормчей книги для исправления русской. Она истинная, потому что наше православие старее. Истинно говоришь, владыка. Вы крещение приняли раньше нас. Вы старее. Только старая одежда требует укрепления. Что считаться, если четыре восточных патриарха были и прибудут высшими судьями и хранителями благоустроения? Без них ни один вопрос веры не может быть разрешен законно и праведно. Патриарх зовется патриархом, ибо имеет под собой митрополитов, архиепископов и епископов. А у вас Александрийский патриарх имеет два храма во всей епархии. Над кем он патриарх? Не имеет царя, защитника и богатства церкви родителя, живя между бусурман, как сохранить благоустроение? Зондас анамесас тус алофрискус. Пост на диетеризи тин литургики эвпрепия. Οι βασιλείς και τα βασίλεια αλλάζουν. Όλα είναι
Цари и царства сменяют друг друга. Все бренно в этом мире, и власть земная не исключение. Пала Великая Греческая империя, но и под властью Магометан хранится неповрежденное христианство. Неколебимо в гонениях и притеснениях православное священство. Священство превыше царства. Пан, а потом Василию. Превыше царства.